А фосма демократ? Я голосовала, я каждый год, когда была дома, голосовала. Да, да, участвовала в прошлых. О, да, там им шаркадума. Амфос, да, амону мама дум. Нам пенсионный лежень, ниже пенсионный вода. Ну, это дико юнут заметь эти детали. Да штук не плене, когда в момент варкари, я не спас, что не факут. Всем про нее кап, не спас, что не факут, но реализация еще спас, еще промис. Да, сделали, ну не все сразу, но некоторые что-то сделали. Мой кандидат не выиграл, когда, которого я, за которого голосовал. Ну, не кред. Адика, чего кари с вады, тари с инфлюенцией тари цара, не фас. И я требовал от вас индиплинească, но не мне. Да, что и сыну факут. Сон де тот. Ну, что, ну, мой мэрг. Та еще треба лезет. Ну, Олег, я пени. Не видит смысла в этом. Потому что что один, что второй, все, ну, изменений мало. Изменения происходят только перед выборами. А так в течение нету таких видимых изменений, которые обещают, хотелось бы и так далее. Или индифферент, к я сплещу ката, и кред, ка аз аж фак пашапорт румын, ши плек пустит ката, ариш, нау треба мои молдовани. Это их, у каждый свой выбор, я не знаю почему, но я лично всегда иду голосую. Вад, кум прочедяза președинтель де акум, ши, ну, вар се дук, се вотяза де лок, пенимен. К кред, ка дака се вотяз пе алту, тот аша се прочедяз ка есть, аш. Короче, ну, штю, кред, ка, ну, ну, вад сензу, ну, кред, ка, аши има штю май бени декат ной. Noi nu prea ne pricepem. Я вижу, что сейчас что любой кандидат — это какие-то люди в возрасте. Я считаю, что необходим какой-то, ну, свежая кровь, какой-то молодой кандидат, который со своими взглядами будет, и желательно, который не входит в какую-то партию, которая сейчас есть. Это, ну, в общем, в партии, которая сейчас есть. То есть независимый, который нет, у него сзади, ну, людей, которые в возрасте, которые уже со своими взглядами на страну нашу. Нормально, как требует еще и спуня, еще и сфака, еще и нормально, еще и логика. Чтобы уважал свой народ, помогал ему всячески, кто может, старикам, пожилым, молодежи, побольше работы, чтобы было, чтобы наша молодежь не уезжала в другие страны, чтобы наша Молдавия процветала, как у всех. Responsabil. Dacă s-a pus în plan să realizezi ceva, trebuie să îndeplinească până la capăt. Să ținem toate promisiunile care le faci, nu să promite ceva, după aceea să nu îți ținem deloc cuvinte. Dacă promiți, să îndeplinească tot ce promite, nu vorbi în vânt.